Вот там мне сердце-то мерещится. А нет, уже и не мерещится никакого сердца. То есть, а бой основной надо принимать. Бой основной надо принимать вот тут. Вот тут, на этой платформе. А теперь попробуем его выманить. Может, вообще возможно его выманить или нет? То есть мы, допустим, идем наверх и прыгаем вниз. Охрен, фига. Все, мы пошли вниз и все. А, мы успели упасть, кстати. Забавно. Он нас схватил, но мы успели упасть. То есть, если вот эти кончились, мелкие, то все, ГГ. То шансов никаких уже нет. Как только кончаются мелкие твари, наступает пора ГГ. Как только вот на это я остановлюсь, то он сразу, да, агрит. Да. А давайте сейчас прям пошагово посмотрим, в каком месте он начинает агриться. И вообще, как добегать до того места? То есть, где то место находится, которое мы нашли, которое вроде неплохое. Сейчас напрямится. Прям нам не надо особо. А, ну сейчас у нас сагрится. Нет? Да. Они... Да. Убить я в это время не могу, да? Ладно. Что делать? Грузимся. И маны у нас как-то маловато. Так, Б. Нажимаем Б. Делаем полную инъекцию ярости. Полную инъекцию ярости. Полную инъекцию лазури. Может быть, лазури стоит побольше набрать, конечно. И полную инъекцию сирени. Я думаю, сирень не беспонтовый. Хотя давайте на всякий случай сирень что-то сделать. Хотя вряд ли может быть менее. Так, 100% ярости, 70% защиты, 46% скорости. Давайте вдохновение сделаем, а почему нет? Может, оно же тоже влияет, может, меньше ман будет надо тратить. Хотя вряд ли. Ну ладно, вот так вот сделаем. Пошлите, пробуйте. Микрим, микрим, микрим. Замикриваем, стрейфимся. Замикриваем, блин. Блин, это везде враги. Ага, ага, вот, 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 идем. Коронное место свое. Так, янтарем его можно ударить? Так, давайте попробуем, в голову вообще можно бить? Да, не удалось, попробуем. Вот так вот, он пройдет уран, а не, вообще не попал. Ну, в смысле, попал, не туда, куда хотел. Так, вот идем в этот угол. Угу. Так, повыше, да, вот так вот надо бить, наверное. Давайте, отрицательно. Давай, хлоп. Вот это точно попадет, да, и причем неплохо должно отнять. Да, ух ты, ну бьем, 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 все. Тактика есть. Дай только не к нам вернись, ну не только не к нам. А, точно, все, отлично. Все. Сейчас все будет. Я уже чувствую. Видите, он уже там пробит. Тут не выйдет, не написано. Еще бы он там вверху шкала хорошо бы для нас шла, был бы вообще. Так. Опять надо. Ее постоянно предлагают нам бить золото. У нас золота нет. Ну что ж ты делаешь? Ага, давай вот так вот. Двадцатик.
двадцатник цвета должна пройти. Давай, 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 давай. Отлично, ты ездишь. Все, мы ломим, ломим, гнутся шведы. Гнутся ящеры. Так, янтарь. Янтаря у нас, по-моему, нету, да? Так, янтарь не завезли, а это золото. Ни янтаря, ни золота у нас нету. Поэтому берем его, чем придется. Так. Ага, вот так, как-то вот так, да? Давайте чутка. Может, не попадем вот сейчас. Хотя должны попасть. Да, попали. Отлично. Хотя серебром надо было бить. Серебро-то у нас есть. Ну, ждем. Пока мелкие дойдут до верха. По идее, треть жизни мы где-то у него отняли. То есть должно хватить и маны, и должно хватить и мелких тварей. Быстрее бы они туда поднялись. Они как-то долго идут. А-а-а! Стопте! А я, наверное, могу искусственно его как-то переманивать. Мне сейчас дошло. Одна вещь. Вот каким-то из этих сердец я могу искусственно же его приманить. То есть поставить его, и он на него сагрится. И когда он на него сагрится, я могу бить его без всяких вот этих шестерок. Давайте так пока попробуем. А если уж не получится, если они кончатся и ничего не добьемся мы, то попробуем призвать. Через какую-нибудь магию собирать. Так, опять, блин, золото мне предлагает побить. Ну, вот так вот, да? Так, и давай на полную, давай на 30. Должен попасть, должен, давай. Я верю в тебя, должен попасть. Летит точно. Дыщ! Блин. Единственное, что чем чуть дальше, тем меньше одной отнимает у него жизни. Тем медленнее они идут. Так. Попробуем его синьками, а синьки нет у меня, да? Да и янтарь. Янтаря тоже почти нет. Так, вот так вот, наверное. Вот так вот. Ну давайте изумрудом, что ли, ударим. Должен попасть. Да, попал. Ну, смотрите, плен жизни тут у него уже нет. Серебром теперь. Теперь серебром, может быть, и пень. Ах, ты схватил неудачно. Неудобно нам. Блин, даже не знаю, стрелять, не стрелять. Ну, давайте так по минимуму выстрелим. Ну, попали, да, кстати, даже попали, да. Одним попали. А вторым нет. Так, золото нам бить. О, серебром. Давайте, быстрее хватай, пока его серебром можно ударить за двойной урон. Ну, как назло, когда ему надо бить серебро, его нет. Как ему надо бить золотом, он сразу вылезает. Побольше, конечно, бы запас был бы мне. Вот 4 прям серебра был подряд, как только серебро закончилось. Он вылез. Давай. Хватай уже. Все, точно. Пошло опять золото. Нате, пожалуйста. Походу не попал. А, не попал. Мне кажется, мне не хватит. Хотя еще у меня почти сотни пурпура. Может, и хватит мне. Трудно сказать. Очень такое прям пороговое значение. Когда ни туда, ни сюда. Может, убью, может, и нет. Прогресс явно по жизни есть. Что там был за знак, притягивает предметы?
притягивается. Там, блин, вон еще много, по идее, этих мелких, но они как-то неудобно бегают. Раз, два, три, четыре, пять. Минимум пять еще. Если хотя бы еще с двойным уроном, хоть раз, думаю, так хорошо манны на 30-40 бы мочить двойным уроном, вот было бы шикарно. Давай, давай, давай. Вот, а, блин, опять золото, опять золото. Опять золото. Давайте на 30 опять попробуем его мочить. Давай. О, а что-то как-то не попало. Ну, а нет, попало. Сколько у меня вообще осталось маны? 22 серебра, 83. Слушай-то, нам не хватит. У меня есть инфа, что нам не хватит маны. Инфа, конечно, не соточка. Неужели нам маны просто тупо не хватит? Хватай его уже. Синька. Синьки у нас нет, да? Сирень. Сирень уже я не успею сиренью пыльнуть. А вот красным успею, пурпуром. А он не той стороной захватил, захавал его, да? Он его захавал спиной, и он спиной мне... А может, можно все-таки по спине бить? Давайте попробуем. Да. Да хорош! Давайте попробуем на будущее. Можно? Может, он может по спине бить, а я тут удачусь. Да молодец я, молодец, молодец. Ну, такой неплохой трайбл. Просто решил попробовать. На! Чё вообще взял, что его нельзя бить? В грудь. В спину. Не знаю. О, давай, давай, давай. Вот, хорошо зашла. Стой, а что-то у него это... Двойной дамаг не высвечивается. Каким оружием какой-нибудь двойной дамаг делать? Типа, если у него мало стало жизни, то двойной дамаг уже все не пляшет? А, он есть, просто он это, да, скрытый. Скрытый двойной дамаг. Сейчас он серебром, по идее. Если я все правильно понимаю. А что у меня с запасом? А у меня ничего нет. Ну я потратил часть. Часть я, конечно, просто потратил на фигню. Теперь можно не тратить на фигню. Да. Блин, золотом опять у нас будет. Ну, ах, как медленно, блин. Блин, а мне походу не хватит как раз той маны. Те прям вот чутька маны, которые я просто так потратил на фигню, мне их и не хватит. 0-0-0-0-21-15. Все, не хватило. В общем, давайте, знаете, что попробуем? Давайте попробуем голема сделать, вот как он делается. На G, по-моему. Так, G. Так, голем. Овод. Это каждый овод, пульс. Пульс. Символ взрастет не удар пульс. Вот маяк. Пульс. Вот пульсом, может быть, пульсом его можно сделать. Нельзя его привлечь пульсом.
Ладно. Ну, тактику мы поняли. Теперь главное просто ее реализовать и все. Б. Тактика ясна. А, просто делаем двойной дамаг. Надо было все-таки чуть... Блин, мне прям не хватает чутка маны. Мне кажется. Так, сотню сюда. Лазурь. Нужна для скорости сюда. Изумруд мне, наверное, вообще не нужен. Вообще не будем брать изумруд, а вдруг он дамаг уменьшает. Еще это вряд ли. Вдруг, конечно, друг с другом как-то контактируют. Может, допустим, если много того и того, то он как-то друг друга немножко гасит. Может такое быть? Вполне. Еще ни разу я плюс двойным дамагом по нему ни разу не попал. Не сюда. Ладно. Бегаем сюда. Бегаем сюда. Бегаем сюда, 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 сюда. 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 И вот сюда. Так. Сразу к нему еще выставить. Ну так, давайте. Я сразу. Вот сейчас непонятно, попал он, не попал. Это непонятно. Стреляем. Блин, давайте сразу. На упреждение еще вот как-то. Пока он рассказывает. Стрелять. Так, вот так вот. Ага. Желтого у нас все равно нет, поэтому давайте. Давайте на сороковушку прям убить. Ха! То есть я потратил всю сирень, да, но не попал к нему ни разу. Не попал, что ли? Непонятно. Ну, попади, попади, попади. Ладно, перезагружаемся. Неправильно мы тоже сыграли. Надо этот знак нарисовать. Так, Б. Перезаливаемся. Да, боссы тут, конечно, сложные, ничего не могу сказать. Это, прикиньте, это просто ящер, это еще не брат. Представляете, что из себя представляют братья? Толкнул. Даже, по-моему, не пробил. Дамаг не нанес. Так, становимся в свое излюбленное место. Начинаем его бить. Просто надо не тратить, чтобы свет не утекал. Если он будет утекать, то это плохо. Если он не будет утекать, то это хорошо. Может, повыше нужно пульс поставить. Ну, блин, может. Но я вроде попробовал, вроде не получилось. Я поставил пульс, потом я на миллиметр вверх сделал, и он нифига не запульсил. Так, 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 тут надо так. Вроде попадаем. Давайте побольше это сделаем. Двойной дамаг должен сейчас пойти. Двойной дамаг, ну. Я верю в тебя, двойной дамаг. Нет, не успею чуть-чуть двойного дамага. Если бы еще по секундочке, я бы успел на двойной дамаг. А так фига. По-моему, справа шкала говорит, он так, который крутится, каким надо цветом выбить, чтобы получить больше урона получил. А вот что означает первое кольцо, я не знаю. Второе кольцо крутящееся, это точно. Говорит о том, что двойной дамаг. А вот первое, так, янтарем. Ко мне янтаря нет. Давайте в голову попробуем. Можно его бить в голову или нет? Ну-ка. Да, можно его так бить в голову. Чуть-чуть. Так, подвесим. Вжарим. Да, вот так вот, если бы он остановился, то вообще было бы шикарно. Он так постоянно стоял.
опять, давайте. Сначала пристрелочный выстрел, теперь основной. Опять на 30, да, но нам меньше, чем на 30, даже на это стоит стрелять. Давай, отлично, зашло, неплохо зашло. Все, свободен. Не, ну вроде мы его убьем, мы его почти убили в тот раз. Еще он до нас вот этот не достанет. Достал! Да чтоб тебя! Мне тебя надо, блин, мне его надо бить, а это шняк ко мне пришла. Что за чё? Так, ну вообще давайте попробуем, пофиг. Попробуем продолжить его бить так же. Пофиг, что нас сбили. Они как бы не это. Жизнь-то такие же. Нельзя слишком близко все равно подходить. 22 урона. Блин, интересно, а где? Чего 22 у меня убили? 22 тута? 22 тута? Или 22 тута? А тут вот тут убили. Это восполн. Блин, а что-то многовато 22. А, я же защиту снял, да? Я решил, что меня тут бить никто не должен, поэтому снял всю защиту. Тут неприятно. Блин, и вот отсюда я его даже домашним не могу. Я почему не смогу? Я не смогу. Да, вот так вот я ж пробила. Ну давай, выходи под метро. Надо свет включить. Так. Ну пофиг чего убить. Повыше его сюда, да? Убьем на полную. Так. Да здесь успею. Первая зашла. У меня вторая почему-то не пробила его вообще. Хотя она также зашла в то же место, что и первая. Где его только один раз убьешься? А вот опять-таки стрелочный туда. Вот сюда, да, вот так. И давайте по прям на полную, сколько можно. 23, давай. Вот сейчас должны двойным уроном по нему ударить. Вообще не кисло. Ну! Ну так! Это двойной урон как-то не очень. Не очень двойной. Так, что мы берем? Серебром. Да, давайте попробуем. Ну, сейчас по идее должен даже вот так выбивать так. Я от этого гибнешь. Так, зашло хорошо. Ага, ну вот так. Вот так в бок ему тоже. Годится бить. А теперь два монитора? Нет, монитор один. Поэтому я мучаюсь пока. Пока что мучаюсь. Да у меня, блин, я хотел нового приспособиться под второй монитор, но не получается. Потому что роутер, через роутер что-то меня глючит, я его завтра пойду, может, в сервисе, пускай там что-то с ним делают. А либо что-то, а напрямую подключить не получается. Так что... Все печально. Вот. Старым монитором, так что... Блин. А по идее вот эта тактика работает. Ну что-то как-то, не знаю, не хватает мне чутка, не домогать чутка не хватает, и маны чутка не хватает, чтобы так все сделать хорошо. Но ман-то я могу еще поднабрать, собственно.
Блин, он иногда прям он долго-долго ест, а иногда быстро. Вернее, он одинаково, конечно, всегда ест. Просто когда близко ко мне появляется, то его можно больше, гораздо больше, на самом деле, нанести урона, чем когда он далеко от меня. Вон сзади же Маник. Это телевизор. Причем он практически не работает. Ну так, плохо работает. Я его не смотрю никогда. Я, в принципе, не знаю, зачем он вообще мне тут нужен. Вроде как поставили. О, ну иногда родители смотрят, когда меня нет. Мама его смотрит, когда приходит в гости. Это редко. Чтобы она смотрела. Так. Какие еще варианты? Не, ну в принципе это работающая страта, тут вряд ли что-то еще есть. Если бы, ну, если бы как бы он не пробивался, или там сложно было офигенно, то можно было бы подумать, что, ну, скорее всего, такая страта и есть. Просто надо ее. Так, давайте до 30 доведем цвет. Нам сейчас должно зайти хорошо. Попадет. Ну, давай, попадай. Ну, отлично. Ну что-то даже двойным уроном мало бьет. Я так ощущаю, что его надо золотом бить. Чтобы он хорошо бился. Ну блин, где золото взять? Зря вот полоски не пишут, сколько жизни вот, в цифровом значении. У меня такое впечатление, что чем, короче, полоска идет выше, тем она, ну как сказать, тем она толще. То есть поначалу я помногу, по-моему, отбираю, а потом чем дальше она идет, тем меньше и меньше я начинаю отбирать. И о чем это говорит, что мне просто может хватить маны его убить. Не, ну точно убивать вот только через это оружие, вряд ли через джип, потому что мне даже по сюжету сказали, чтобы я в комнате у Уммы нашел вот эту вот штуку, которой я его бью. Вот этим знаком. То есть, ну а у меня был уже голем, то есть я тогда по сюжету, мне не надо было бы ничего делать, я бы мог его сразу убить, потому что, ну или просто к нему зайти, вот у него лежит знак. Так что вряд ли. Тут что-то по-другому есть. Скорее всего, так его и надо бить. Ну, блин, что-то как-то мало, почему-то я наношу дамага. Слух вообще остался. Просто он сейчас всех съест и все. Мы поняли. Мало я наношу дамага, но, блин. Не знаю, что с этим делать. И, ну, я, в принципе... Если побольше, конечно, сделать, то может чуть больше дамага наносить. Можно по 40 там, допустим, в него пихать. Но. Но, блин, все равно это не намного выше будет. Давайте вот так, наверное, будем. Да блин, да почему? Я ж нормально нарисовал. А, низко, да? Низко я нарисовал. Фейл. Ну все, у меня кончились опять маны. То есть мне надо еще маны набрать по-любому. Сейчас дайте прикинуть, сколько осталось мелких гадов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, ну еще дофига, на самом деле, осталось у него тварей. То есть, я думаю, без проблем. Давайте еще попробуем нарисовать как-то G. Так он что ли? Никак не рисует. А, забыл. Забыл, как рисуется. А, в обратную сторону пульс. Ну, в общем, еще...
Надо еще поднабрать маны. Ты нарушил табу. Ну вот он пульс, ну и что, что с ним толк? Что с ним не могу сделать? Он притягивает, но что он притягивает? Все, кончился пульс, кончился. Надо маны, в общем, копить еще, что я и боялся. У нас просто тупо не хватает маны. Надо набрать всех цветов. Так что. Наверное, просто не будем сюда пока идти на битву и все. Так, оставляем пурпур, лазурь. Изумруд нам, значит, не нужен. Я так понял. Запихиваем его сюда. Прикол будет, если сейчас нам скажут, что типа того, это последний был цикл, надо именно в этом цикле выполнить. Это будет просто фейл. А пульс это... Да, а пульс значит вообще другое. А что такое пульс? Пульс. Символ взрастет небольшой маяк, оживляя мертвые корни. Маяк будет с силой отталкивать от себя плотные твердые предметы. Чем больше цвета вложено в голема, тем более массивные предметы из большей силы есть голем. Он сможет отбросить. Пульс это есть голем. Как это странно не звучит. Так, ну что, идем в какой-нибудь сад. Тогда. Может даже в саде, ну а что я в саде посажу, у меня ничего нет. Хотя можно посадить. Да, мне окупится, мне в первый цикл окупятся деревья, которые я посажу. Давайте посадим вот тут вот деревья. Заповедник. Г это магнит. Ну, Г магнит у меня еще нету. Получается. Так что. В общем, все, что есть, я ничего не могу использовать. У меня другого ничего нет. Так, растим деревья. Растим деревья. Для начала давайте вдохновением наберемся, чтобы расти в деревья. Ой, что это процентное вдохновение? Так, ростим, что мне нужно? Мне нужен пурпур, мне нужно серебро. В общем, все, что мне есть, то есть все и ростим. Так, вот тут главное не зафейлить. А, тут деревья маленькие, да? Вообще маленькие. Они нифига ничего не дадут в итоге. Ну ладно. Ну, все равно чисто толпой наберем. Чисто толпой наберем, чем больше. Так, одно дерево. Будем считать деревья. Так, тут серебро. Давайте сделаем. Серебро. Изумруда у меня мало. Так. Так, зелень. Второе дерево. Так. Вот еще есть дерево. А вот еще это тоже дерево. Так, серебро. Эти они маленькие деревья. Еще одно серебро давайте. Так. Здесь еще деревья. Сюда, походу, нет прохода, да? Здесь.
сервер начало. Начало. Да. А, две горы, одну гору. А, я обе горы посадил. Это выход, да. Там к вальщику. Поливальщику. Я уже, по идее, его уже активировал. Так, это куда выход? Статуя какая-то. А тут тоже я был, вон дерево уже посадил, да? Да, ну маловато чем деревьев. А вот еще одно. Так, что еще можно посадить? Лазурь бы посадить. Пурпур. Давайте пурпур один посадим. Пурпур. Ну вроде все деревья. Так, соответственно, один пурпур, два серебра. Одно зеленое и два зеленых. Значит, пять деревьев получается. Ну, раз, два, три, четыре, пять. Пять деревьев. Вроде все. Может, не все. А вон дорога туда еще на ту сторону есть. Да? Так что ли нет? Или опять в начало? Эта дорога не на ту сторону, а в начало. Дорога в начало. А вот туда ступеньки. Нет? Нет, это не ступеньки. Это не ступеньки, это когда-то в прошлом веке была лестница. Сейчас уже ее закрыли. Ну ок, чё. Вроде все тогда. Пять деревьев, все посажены. Ну чё, все, пошли-то отсюда. Еще один цикл подождем тогда. Наберем полные эти маны. Уж точно ман хватило на все. И тогда пойдем биться. Позднее. Ну да, все, все, вот все деревья посажены. Спускаемся. А, прикидываем, что нам. Изумруд нам не нужен, потому что там нас не бьют, в принципе. Если мы нормально бьемся, нас не бьют. Поэтому спокойно. Это тоже убираем, потому что у нас полное вдохновение. Нам оно не нужно. Потому что лазурь оставляем, пурпур. А пурпур, наверное, можно немножко уже пурпур заюзать, я думаю. Потому что. Ну, мы наберем еще пурпур. Золото оставляем, изумруд. Трачу. Весь. Сирень, я это все пока оставлю. Ну, что, ждем конца цикла. Ты теряешь нерв. Как теряю нерву? А, еще вот же сирень. А, фейл. Немножко зафейл. Ну ладно. Сейчас фейл, потому что фейл миссии нам скажет, что я не успел на бой. Серебро. Окей. Прикинь, сейчас он все, скажет. Все, младший, я сбрасываю тебя в мир, куда тебе и следовало попасть. Это не наказание, а необходимость. Ты так ничего и не понял. Для того, чтобы пройти это испытание, тебе нужно было просто там умереть. И все. А он, да, биться сейчас с ним будет, да? Я правильно понимаю? А, нет, не понял. Чего он хочет от меня? Серебро хладнокровное, крепкий хребет, вместилище да, да. Всяких богатств. Давайте покажу вам. Покровитель стяжателей, укрепи своего служителя. Блин, он сначала все один раз представляешь и все. Тому, кто чувствует его, слушает, повинуется слепо, ответит. Вот этот босс самый, кожа, блин, того, самый неприятный. Кожа того, кто умеет хранить вервия, связки и мышцы его, крепит. Сердце его, обращенное к лимфе всяких цветов, греет. Расточителя всяких цветов, самоубийцу, дерзнувшего тратить мучительной пытке, подвергни. Сирень, чистая плоть загадки, тайно играющая, прибежище странного,
отзовись на мой зов, помоги покарать непокорного. В битве с противником неизвестным, лукавым, неведомым. Да хорош! Обманом и хитростью учившись. Вот примерно так. Меняются. Вот как-то так. То есть мне надо обязательно убить этого ящера в тот цикл, представляете? Давай сейчас подъемся. Просто. Блин. А там всего 30 ударов у меня осталось. Жестоко. Так, давайте типа ярость уберем полную. Янтарь, веселящий, дикий, бурю буйства, несущий кости, дробящий, захлебнувшийся в хохоте, оседлавший смерч, откройся просящему твоего снисхождения, в благую волю того, кто просит тебя, вникни. Кровью пополни кровь осквернителя заповедей, настигни. Разрушая мысли его, кости его, стихни. Насыщая жажду свою, погребай его под собой, дрогни. Серебро хладнокровное, крепкий хребет, вместилище всяких богатств. Покровитель стяжателей, укрепи своего служителя. Тому, кто чувствует его, слушает, повинуется слепо, ответит. Кожу того, кто умеет хранить, вервия, связки и мышцы его, крепит. Сердце его, обращенное к лимфе всяких цветов, греет. Сейчас нас в клетку будет ловить. Расточителя всяких цветов, самоубийцу, дерзнувшего тратить мучительной пытке, подвергнут. Вроде так все хорошо, да, я помню тебя. Зелень тягучая, вязкая, словно смола, обволакивающий покров, непроницаемый щит. Изумруд, равняющий чаши всяких весов, наполни его. Слабо бьет. Но своей тяжелой силой. Меня, карающий молот поднявшего, слушай. На самом деле ты мне основная. Слушника, дерзнувшего противиться, спутай. Страшная его атака. Непокорную душу его мятежную, обезумевшую, разруши. Лазурь грозная, выступающая, как медь, приносящая смерть, рассекающий бич, карающий меч, откройся жаждущему твоего покровительства. Выступающему, как медь, проникающему, как меч, несущему смерть, мне, внимающему тебе. Да блин, ну как? Моего врага в глубины боли, в пучину страдания, ввергни. Причиняя ему мучения, раскрывая его изнутри, медли. Когда воззовет к тебе, пожелает найти тебя, смолкни. Янтарь, веселящий, дикий, бурю буйства, несущий кости, дробящий, захлебнувшийся в хохоте, оседлавший смерч, откройся просящему твоего снисхождения, в благую волю того, кто просит тебя, вникни. Кровью пополни кровь, осквернитель заповедей, настигни. У него есть специальная атака, которую я не знаю, как добить вообще. А эта спецатака, что он применяет, то ГГ, а если он и не будет применять, условно дрогни. Говоря, то можно его убивать на халяву, что он там. Это у него атака такая, прохладная. Серебро хладнокровное, крепкий хребет, вместилище всяких богатств. Покровитель стяжателей, укрепи своего служителя. Тому, кто чувствует его, слушает, повинуется слепо, ответит. Кожа того, кто умеет хранить, вервия, связки и мышцы его, крепит. Блин, сердце его, хорошо. Обращенное к лимфе всяких цветов, греет. Расточителя всяких цветов, самоубийцу, дерзнувшего тратить мучительные пытки, подвергни. Лазурь грозная, выступающая, как медь, приносящая смерть, рассекающий бич, карающий меч, откройся жаждущему твоего покровительства.
выступающему как медь, проникающему как меч, несущему смерть мне, внимающему тебе. Внемли. Моего врага в глубины боли, в пучину страдания. Отвергни. Не все, мне мат учиняя ему мучения, раскрывая его внутри. Меня бить там спецатаками. Когда вас зовет к тебе, пожелает найти тебя, смолкни. Серебро хладнокровное, крепкий хребет, вместилище всех их богатств. Блин, да как он задолжил-то? Стяжатели, укрепи своего служителя. Тому, кто чувствует его, слушает, повинуется слепо, ответит. Кожа того, кто умеет хранить, вервия, связки и мышцы его, крепит. Сердце его, обращенное к лимфе всяких цветов, греет. Расточителя всяких цветов, самоубийцу, дерзнувшего тратить мучительной пытке, подвергни. Пурпур яростный, причиняющий раны, цвет карателей и пророков, знамя праведных, алая кровь. Дай власти ставшему твоим бранным посланником, обо мне ставшим твоим правым посланником. Вот он. А нифига его тут нет. Ведь можно вот так вот, не бьет опять мне супером, твоим бы атакой. Кровь и нервы изжил моего врага. Он меня ваншотит сразу. Исторгни. Если он меня спецатакой ударит. Направь острие моего клинка цели своей достигнет. Как видите, сзади я тут убиваю. Янтарь, веселящий, дикий, бурю буйства, несущий кости, дробящий. Он не то чтобы доджит, он тут как попал катит туда-сюда. Ну да, ну захлебнувшийся, кончился. Похотя оседлавший смерч, откройся, просящий. В общем, о чем это нам говорит? О том, что нам надо обязательно убивать этого гребаного дракона. А как нам его убивать, я не знаю. Давайте можем немножко мана, конечно, под него набрать еще. Допустим, нам изумруд не нужен, я думаю. Сможем где-то еще 75 изумруда можем набрать. 75 изумруда. А, ну золото я все равно пока не буду. Ну, можем сирень чутка еще набрать. Я думаю, сирень нам дадут еще. Допустим, еще 25-ку сирени можем скинуть. Допустим, сюда и еще 25. Допустим, так. Ну вот столько я еще могу, в принципе, да. И где-то до последнего цикла, если я дождусь... Ты теряешь нервы. Как нервы теряю? А, сирень у нас полная, да, сирень я не могу. То есть сирень нам все равно не добавится. То есть у нас сирень полная. То есть чуть-чуть я добавлю еще. А тут сколько? 37. Ну давайте чутка на два этих раскинем. Могу чуть-чуть побольше, в общем, у меня будет. Где-то зелень чуть побольше, чуть больше пурпура. А, и серебро же у меня еще есть. Да, еще серебра, может, чуть побольше будет, да. Так, давайте. А, где-то дождемся. Ну, давайте до цикла 10 дождемся. Ты почти. И попробуем еще раз за его все-таки пробить. Умираешь. Последний раз. Так, давайте сохраним, что ли? Нет, давайте, стоп. Сделаем вот так вот, чтобы нам не представлять потом. Выкинем все вот это вот, выкинем всю фигню. Так делаем. Красную наберем сотку. Чтобы нам не переставлять потом по 100 раз. А сразу переставим один раз. Сейф у нас был уже с таким переставлением. Сотка ярости. Ну, давайте попробуем серебро, не знаю, что такое холод, но вдруг холод нам тоже помогает. А мы не знаем. Делаем полный холод, нам запишем, полный изумруд запишем. А вот так вот, да. Янтарь, не помню, что такое, да, это метаболизм. Давайте, значит, это метаболизм. Вот так вот делаем, вот так вот засейвимся. Так, сохранить игру. Новое сохранение. И заходим. Бьем дракона. Свет включу, чтобы что-то темно стало. В общем, либо мы убьем дракона, либо нас сверху. Но убивать брата тоже раньше времени, не знаю. Я говорю, я еще не убью так легко. Это кажется, кажущееся такое спокойствие, что я его почти убиваю.
самом деле у него там еще такой запас, что аж что ахнуть можно будет. Так. Блин, я хочу убить босса все-таки. Давай. Тем более, если у нас не хватает тут, чтобы этого убить, потому что для того, чтобы убить того, нам точно не хватит маны. Надо его убивать. Понятно. Понятно. Ясно, понятно. Так, ясно, понятно, не хочу с этим заглючным. Этим, конечно, красиво, но... Пикл знает. Неприятно будет там стоять, постоянно, когда такое небо. Доджим. Доджим, доджим. Доджим, доджим. Прыгаем сюда. Доджим, доджим. Блин, ну почти же задушишь. Может, конечно, поправо, наверное, обойти. Ну, хотя какая-то справа съела. Там, где меньше твари, там и надо обходить. Они еще, блин, спавнятся рандомно. Да и придает такой. Сейчас, допустим, плохо со спавном. Ну, как, с одной стороны, хорошо, что я бегу вроде свободно. С другой стороны, плохо. Потому что, во-первых, тут мне не очень разминуться. Во-вторых, он уже вон ест. А я его не бью еще. Он уже ест, а я еще его не бью. Ястреб. Такой знак создает послушную гончую. Ух ты, а тут еще случайное сердце. Ожившая гончая поднимается в воздух и ожидает там, пока хозяин не отметит для нее цветом цель. Тогда она устремляется к цели и поражает ее. Вот это имбовое заклинание. Чем больше цветов вложено в гончую, тем больше ущерб она наносит при столкновении. Вот этим заклинанием, по-моему, его бил. Вот гончий его надо бить. Ладно, давайте попробуем сейчас старым заклинанием пробить. Видите, он делает такую гончую, она идет. Опа, а потом он как бы отмечает ее, и она его бьет прям с ускорением. Это же вообще имба против этого босса. Вот такой вот рандом. Стой. Я, может, даже застрелиться. Застрелиться, пока у меня есть гончие. Через гончую прям легко его будет убить. Ну, я так думаю. Ну, легче гораздо. Потому что, ну, блин, а почему? Потому что легче. Потому что все будет попадать. Гораздо точнее. Она бьет гончие. Ага, вон он, свободный стачок. Заходим в него. Давайте еще разок попробуем. Убить его по-старому, если не получится, тогда через гончую убьем. Тогда убьем через гончую. Так, ну меньше 30 цвета, прям даже не бей его, да. Прям по минимуму 30 цвет, сколько его надо бить. Давай. Попал. Ну, хотя не намного. Так, это легче его, конечно. Не полегче, я думаю. Гончая, по-моему, самый крутой. Одной там. Правда, не знаю, вот насчет дамага. Может, дамаг, может, у гончей меньше. Урф, по-моему, да? Хорошо летит. Так, давайте 30 цвета. По 40 цвета давайте. 32, ну пускай. Давай. Пидыщ, неплохо зашла. Не идеально, конечно. Еще секундочку, и у него, блин, приключился бы уже дамаг на красный.
Да, видите, вначале у него отнимается гораздо больше, так, серебро. Серебро, может, вот так, да. Ну, давай, хватай уже. Блин, зелёнку. Так, прикинь, куда стрелять. Левее и выше, так, вот так нормально. Давай, прям. Двойной дамаг на 40. А, 32 это максимум. Я не попал. И я, скотина, не попал. А двойной дамаг бы хорошо. Блин, 32 зелени ушло. Короче, если сейчас не убью, то гончие убиваю. Ну, можно его и так не шубить. Так уж. Больно мутер. Ну, хоть гончие будет не намного, то легче. Ну, полегче, но прям не так, чтобы изич. А, ну то есть, да, кстати, давайте вот проверим все. Проверим, будет биться в спину ему или нет. Тут не говорит, что я не попаду еще. Что-то я не понял. По-моему, отнялось, да? По-моему, отнялось. То есть и в спину ему можно, на самом деле, бить. Или, по крайней мере, в голову. Так, синего у меня нет цвета. Бьем сиренью, так. Блин, да что ж ты делаешь? Ну почему? Что я не так? Ну почему? Я опять не попал, да? Да. Батарея. У меня нет слов. Короче, давайте через гончую, не будем мудачить. Через гончую его убьем и все. Как будто до морковки на заголенье, просто без гончую его бить. Она хоть нормально летит от гончей. О, да, начало, конечно. Павон просто от бога. Так, я разменял. Не очень разменялись. Успеть, разменялись. Отлично. И сюда, успеть. Так, гончая, давайте посмотрим, как она рисуется. Стой, я не успел посмотреть, как она рисуется. Не ешь никого. Так, знаки. Гончая, где она? Удар, нет. Пульс, гарпун, ястреб. Такой знак создает послушную гончую из острых веток. Так, да. Ожившая гончая поднимает... Нет, видео, знаете, никак она рисуется. Ага, вверх. То есть обычный треугольник снизу сверху рисуется. То есть так, раз, два, три. И потом просто так мы делаем, опа, и она на него агрит. Все легко и просто. Забыл, как кто это делает. Вот то вот так делал, да? Я не то сделал, я не то нарисовал. Ну ладно. Надеюсь, мне этих 16 маны потом не аукнется. Так, рисуем. Так, давай сразу рисуем, допустим. Так, максимум я могу на сколько? На 32 сделать, да? Да, а теперь просто он поднимается, я хлоп, 32 урона пошло. Бах, и все, видите, прям уже не надо никуда целиться, не надо ничего делать. Все, 32 урона, давайте, запишите. Не подходите больше. Проблем. Так, еще сразу рисуем одну гончую. Не, ну, с
Заранее надо только нельзя рисовать им заранее, потому что она может улететь. Кстати, каждый раз у нас будет по 30 урона от серебряной лифы. Раз, два, три. 32, окей, и сразу бьем его. А-а-а! То есть, да, понял, что фигню сморозил. То есть, когда он уже начал есть, так сказать. А нет, можно никогда начал есть. Хлоп! А? Закусил? Дела. Так. Чем? Давай куртку сиренью рисуем. Все, давай. Он начинает кушать, сразу его хлапит. Даже можно вторую гончую еще сделать, да. Давайте дешевенькую, чтобы ничего не жалко было. Хлоп! Даже можно две гончие успевать рисовать. Видите, ощутили мощь? Гончий. Так, зелень, давайте. Если, в общем, двойной урон, рисуем две гончие. А если одинарный урон, рисуем одну гончую. Если примерно смотрим, что успеваем сделать. Давайте. Вверх ползите. Там ползет штука. Подожди. Они еще, блин, вот мелкие, рандомно скачут, и непонятно. А, то ли они, то ли нет. То ли они, то ли нет. А рандом. Все тупое рандом. А ну все, уже понял, что проиграл, видите, значит, пошло читерство. Ой-ой-ой. Пошла затяжка времени. Так. А, фиолет. Кстати, фиолетом можно попробовать сиренью добить его. Так, и идем его. Бах! Еще разок. Еще отлично, блин, двойной урон не зашел все равно. Чуть-чуть не хватило мне до двойного урона. Прям опять пару секунд. Так, хватит мне маны. Теперь должно хватить маны. Ну, гончая, блин, это совершенно другой. Конечно, не через знак его бить. Через с гончей можно и против клетки попробовать побиться, если он только не будет. Он, по-моему, как раз когда не становится меньше половины жизни, он начинает свои спилы делать. Потому что я победил, я как бы скольких я в тот раз когда играл, я четырех братьев победил. Вот это был двух братьев. В принципе, всех трех братьев я по тактике побеждал. А этот я побеждал просто на пофиг. Потому что даже по тактике. Я даже так и не понял, как его атаку доджить. Супер его. Ну ладно. Не будем о грустном. Пока. А вот как я этого побеждал, я вообще не помню. Как мне так тоже казалось так легко, а по-моему я так его и побеждал через. Через что-то типа гончий. Ну точно я его не простым знаком таким заходом. Баба. Синьки мне лаздать, лазурь вот 6 этих у меня есть. Не впечатаем. Ну не получится, не получится. А, надо обязательно чем-нибудь его направить. Ах ты, Годзилла. Интересно, он за ним не полетит туда наверх? А, смотрите, он за ним дальше ли полетел. Может, просто вообще можно ногу жбанить, а он пускай его бьет. Смотрите, она так и летит ведь. Гончие. Это будет вообще троллинг, если она сейчас он придет, она ему хлопыст. Скажет, что он был неправ. Но он там, как смотрю, так и не уходит. А локация большая. Может вообще наделать кучу гончих. Просто за один раз они его убьют.
вот это на эту зону сагрит. А, все ушла куда-то. Исчезла. Варилась. Жаль. Было прикольно. Ну куда ты идешь? Ну вот не туда же. Ага. Их еще полно там. Еще недородков. Как сказали автори. Да, вот в этом боссе что-то больше всего раздражает, что, блин, сидишь и ждешь. Так, блин, опять через золото он играет. В общем, это босс, он обвит золотом. Я это уже понял. А, нет, вон, смотрите, и та синька летит. А, куда зелень-то полетела? Хлоп. Так, давайте проверим, сколько у нас маны. 94, 27, 40. Должно хватить. По идее, с него должно выпасть офигенно много маны. И цвета. Если я ничего не путаю. Ну, вообще, хотя, знаю, голд цвет я, конечно, не играл. Но по логике было бы логично, с него бы выпало куча цвета. Давай, хватай. Ну давайте на двойной урон что-нибудь наберем. Давайте красное или серебро. Или серебро. Нифига гентай. Какой гентай? Зелень. И тогда нормально. Они, блин, как назло ходят из этого. Непонятно. Так, вот это сейчас должен схватить. Давай. Вот так. Серебро. Подожди. Да, зря время нельзя ускорить. Я прям был сейчас не против ускорения времени. Хватай! Хватай! Ну где они? Ну что за бред? Ну, когда было все у него плохо, то есть все хорошо, то есть они прям все почти пошли туда и сдохли. Их же еще полно. Вон один, я смотрю, вон там еще. Вот трое. Вот как минимум я четверых вижу. Который рэндом скачет, не могут скачать. А вон еще четвертый, пятый, шестой. Все полно еще, блин. Наверное, половина еще осталось. Зря больше 32 нельзя заряжать. Давайте попробуем, правда, зарядить. Так, по чуть-чуть. Допустим, ну, на 10. Ты ближе к смерти. Еще на оно плывет или нет? Исчезнет? Или так и будет висеть? Если вот так просто его ударить. Нет? Нет. Не считается пока врагом, пока там висит. Не, исчезнет, наверное, да? Так, золото, так, 32. Вливаем тут 2 маны. Так, и бьем. И еще раз вливаем 32 маны. Так, и еще давайте немножко подождем. А вот теперь бьем. Да, и та пришла, кстати. Ну! Почти же. А, ну ладно. Все, красное закончилось. А, кстати, давайте серебром теперь. Все, у него первое кольцо, второе кольцо закончилось. Теперь осталось первое кольцо. Где оно серебряное? То есть он отбит серебром. Ну а что они на самом деле означают, я не знаю. Я предполагаю, что так вот. А там фиг его знает.
Ну, ударов еще сколько? Удара 4, наверное. У нас тут вверху здесь летает. Ну, у нас должно хватить, в принципе, и маны. 66. Может, и не хватит маны. 66, 40, 28, 10. Блин, это будет вообще фейл, если нам не хватит цен. Потому что мы-то бьем практически, мы все попали, ну хотя не все. Вначале мы потратили где-то 30 маны. Кстати, интересно, что у нас с броней? 100? Нет, яркость 97%. А нас один раз ударили, да? А, мы вышли из круга два раза. Скорость 40, защита 19, полок 42. Ну давайте уже, ловитесь. Ловись, рыбка большая и маленькая. Раз, два. Ну как минимум еще двое остались. А так я думаю там и больше, только как минимум трое. Он пять, да, как минимум четверо остались. Ну за четыре раза я думаю, или я его убью, или он умрет. Или в смысле, или у меня кончится просто цвет. Что-то одно из двух букв произойдет. Ну, вроде у гончей такой же урон. Ну только не иди ко мне, да что ж ты делаешь-то? Ну это просто троллинг. Куда он исчез-то? Он упал, что ли? Так, секундочку. Фу. Ну что, должны мы закончить босса, который нас уже задрал немного. Поехали. А, стоп, что-то надо рисовать, срочно рисуем. Что это было? Я не то нарисовал. Я не тот треугольник нарисовал. Я просто молодец. И всю ману на него проюзал. Всю ману. Мне теперь ее не хватит. И он еще и не ударил. Это просто удаляй. Это просто вообще удаляй. И мне теперь маны не хватит. Ну даже можно не пытаться, мне не хватит маны теперь. Что за фигня? Удар. Че, ладно, последняя попытка, если нет, то ладно. Отлично, в другой раз. А напрямую не получится пройти. Что у нас там хватит, да? Блин, я не могу найти, где-то нет. Блин, я его прошел. Ладно. Не так. Слушайте, а его можно даже, наверное, тогда вообще сначала. Ну нет, то место просто очень хорошее. С него меня никто не допекает, поэтому лучше через него будем бить. Можно, конечно, вообще сам старт идти, не пофиг. Тут место уже будет хорошее. Блин. Опять не то сделал, да? Вообще не то сделал.
А, что я творю, блин, что я творю? Вообще не тот треугольник. Вот так он же рисуется, обычный треугольник. Слева с нижнего края. Я уже думаю, как он будет встать, все лучше. А про то, как рисовать треугольник, уже забываю. Блин, не разменемся. Так, все, последний хам, один полный трай и все. Ну, ловко, не понятно. Просто задоджить и все, обойти. Доджу. Отличный прыжок, все. Отходим. А, все, встань. Даже можно, наверное, попытаться один раз ударить по нему. Почему он с этой стороны будет? И что, нету полное количество еще этих мелких? Все внизу заспаунились, да? Весь спаун внизу. Так, фиолетом, да, когда срочно фиолетом, да, бьем его. Прям всеми фиолетками, которыми есть. Давайте, три штуки. Хлоп. Смотрите, прям пробили не кисло, но пробили. Давай, уходи. Так, прям сразу давайте рисуем от тебя. Так, рисуем еще, дай сразу серебряный еще. Блин, это получится, нет? Да, получилось. Бьем. Сразу еще одну рисуем серебряную. По три штуки будем запускать за раз, и все. Че мы паримся? Давай. Хлоп! А что, одна не попала? Мне кажется, одна не попала, да? Ах ты! А, вон она еще летает там. Так, фиолетовым бьем. Давайте, фиолетовым гужбаним. Фиолет, пока у него двойной урон, фиолет. Ай-яй-яй-яй, давайте серебро. Давай! Ты дыщ. Ага! Стой, ты откуда тут взялся? Да ты откуда тут взялся? Да что ж такое-то происходит? Ну так хорошо я его бил, ну и откуда ты-то, Паш, пришел тут? Блин, он мне столько маны сейчас пожрал. Ну блин, ну что за нафиг? Я и сейчас, и он еще, и одного этого не пришлось убить. Одна спрыгнуть можно было отсюда, нафиг. Так хорошо я бил. Теперь у меня сирень кончилась, да? Серебро кончилось. Блин. Что могу сказать на это дело? Зашел. И все, и теперь еще никто туда не ходит. Да, собачка верит. Так, кратным куртком. Делаем пурпура. Нифига. Давайте еще даже сразу сделаем еще один пурпурный полный шар. Давайте еще третий даже.
Хлоп! Хлоп! Ну, по жизни вроде так нехило у него отнялось, смотрите. У нас, правда, нечем бить больше. Ну, сколько я маны потратил? Ну, маны 20 я, наверное, потратил. На фигню. Мне кажется, все равно мне не хватит. А это вообще печально, мне реально не хватает. Что будет означать, что ГГ. Я больше нигде маны не беру. То есть, ну как бы все, ГГ, игра закончится, я не смогу забить его. А? Ну, обедал я. Обедал я. Кушал. Да. Угу. Так, ну что, давайте дальше посмотрим. Так, отмечаем его, давайте сначала делаем зелень. И отмечаем, давай. А с тылу еще должны прилететь. С тылу должны прилететь всякие фильмы. Давайте, прилетайте. Вон они. Блин, где они там летают? А, мне как раз не хватает вас. А-а-а! Миллиметраж! Успел в последний момент уйти. Так, что у меня осталось? Янтарь, пурпур, серебро осталось и все. Ну, блин, мне не хватит. Что могу сказать? Что могу сказать? Блин! Смотрите, сколько у него осталось жизни. А мне нечем больше делать. Ну и что, какие варианты есть? У меня уже никаких мыслей нет, что делать. Сын. Так, ну что, давайте, ну чуть-чуть побольше я могу еще сделать. В принципе, золото, давайте на золото, наверное, потратим. Фиг с ним, 25 золота, не знаю, даст ли оно мне что-то или нет. Так, сирень у меня полная, полная. Изумруд. Распихаем изумруды все. Пурпур. Ну, сколько есть пурпура, да, да, так сказать, дофармливается. Так, так сказать, 21, 21, 25. Сирень полна. Лазурь пускай остается. Так, серебро. Это серебро еще во все распихаем. Канал. А, ну теперь гончий зато в этом сейве не будет, да? Я так сейчас подумал. Все, конечно, хорошо, но только гончий-то нету. Так, давайте прикинем, сейчас нам гончий дадут. Один товарищ есть. Тогда будем думать, не дадут нам гончие. Топ-па-па-пам. Ну, да, простой, просто нереально его убивать. Нас маны не хватит. А что, мы все попасть мы не сможем. А если мы хоть одну промажем, там одну-две. То... То есть нам нужна тут гончие. Магнит. Этот знак создает воздушного голема, оживляя нет, землю и камни. То. Голем умеет притягивать к тебе тяжелые предметы и удерживать их возле себя. Нам нужно что-то обязательно, чтобы нам попался. Чтобы нам попался гончий, этот попался.
Блин, как он насколько голос света сложнее, чем оригинал. В оригинале, когда доходишь до этого босса, у тебя там маны без меры. Просто, ну и мне кажется, и жизни у него меньше. Хорош. Надо подготовиться к битве. Ну все нам, конечно, этот Монгольфьер всю нашу эту пробил. Он разграбил наш сад. Мне как раз вот теперь того сада не хватает маны. Если бы он наш сад тогда не разграбил. Ястреб. Такой вот. Знак создает послушную гончую из острых веток. Отлично. Ожившая гончая поднимает. Так, все. Быстро уходим отсюда. Пока он не съел чувака. Так, делаем сейв. Так, теперь заходим сюда. А, переливаемся. Изумруды. Во-первых, мне нужны полностью пригнать весь изумруд. Весь изумруд. Потом мне нужно перегнать все золото. Мне нужно перегнать серебро. Так, еще один остался. Сирень у меня полная. Лазурь пока не нужна. Это перегонится. Ну сколько там сколько перегонится? Пурпур. Так, изумруд. Ну, пускай опять изумруд останется, ладно, погрешность статистическая. Так, все перегонное, ну и... А, два сердца еще осталось, да? Значит, изумруд. И сюда... Тут раскинем сюда. А, стоп. Серебро раскинем, да, на два. Так. Вот. И дождемся, ну, допустим, когда цикл уже окончится. Останется там, думаю, циклов 10-5. Да, нормально, типа, гоняем. Сирень не нужна, лазурь нужна, пурпур нужен. Все остальное нафиг не надо, а все остальное перегоняем. Так, все, сохраняем. Новое сохранение. Так, стой. Да, заходим в локацию. И убиваем. Просто убиваем. Все это пофиг. Главное, нам надо полную ярость набрать и полную скорость. Полная ярость. Полная скорость. Скорость, в принципе, она тоже. Наверное, можно было и еще и синьку перегнать. Я думаю, что столько-то хватит. Более 25 золота. В конце должна помочь она. Когда мы будем рубить его в последней фазе. Нам должно это золото помочь. Блин. Зафейлил эти что? Натыкал? Ну ладно. Просто становимся, бьем его гонче. На пофиг. Прям по 3 штуки можно за раз запускать, чтобы быстрее. Чтобы это... Понятно. Не, ну должны победить. Не можем взять, просто не победить. Да уж, нам и ястребы дали, и все, как нам говорят, давай, только затащи. Блин, драконы. Сейчас нас это хватит, да? Я угадал. Ястреб, блин, не дремлет. Синьку давайте запихаем. Бежать до точно.
Блин. Ну ладно, бьемся. Нифига, уход ударили на самом деле. Разок. Неприятно, но не смертельно. Так, зелень. Зелень у нас полно, так что зелень срочно бьем его. Давай, двойным уроном. Ну, хлоп. Не знаю, двойной, не двойной, но вроде все хорошо. Так, сейчас вставим. А, стоп, мы же это красный забыли. А, и он все равно двойным не получился. Ну, как хорошо попали, что мы попали, когда на двойной урон, но он не отнял не так много, потому что у нас ярость была не полная. Так, чем мы будем серебро? Ну, серебро мы уже не успеем его ударить. Ну, давайте, сирену еще идти. Как тут этот? Давай. Хлоп. Нормально. Неплохо так вроде пробиваем. Опять. Так, в общем, давайте прям по три штуки делать за раз. По две, ладно. Ну и а попасть по нему не попали. Ну как они могли не попасть? Да ладно, ну что за бред, как он их доджил? Вот они летят. Ну и? Чего он так-то не так не точно стали лететь? Я не понимаю. Чего они сначала так все точно били, а теперь они просто мимо летят и все? А, надо, наверное, повыше, чтобы они поднялись, да? Они тогда высоту просто не успевают набрать. Нет, они просто неправильно летят. А вот сейчас попал. Надо, наверное, чтобы они высоту набрали побольше. Но я опять не смогу его уже убить. Ну как он ко мне-то идет? Он никогда не шел ко мне. Короче. Еще раз. Еще один трай. Просто надо, чтобы они повыше поднялись, я понял. Чтобы они по нему попадали 100%. А чтобы они были чуть повыше. Нам повыше. Так. Накачиваем себя ярости. Даже скорость не нужна, просто одна ярость. Больше ярости. Бьем его, ну, сиренью, допустим. Бьем его, да, потом еще раз прям сразу сирень. Чтобы она повыше поднялась. И бьем. Ну, вот хорошо заходит, видите, прям только так. Так, красным. Нет, серебром. Следующее будет серебро. Так, 32 серебра. Давайте прям сразу еще одно. Еще одно.
Давай, давай, сейчас должно вообще круто набить. Да как? А, они друг от друга бьются. Я понял, все, я понял. Они друг от друга бьются и не умирают. Вот в чем фишка. Вот в чем фишка. Они друг об друга могут убиваться. Две гончие. То есть, на, не надо бить, сразу бить. Две штуки нельзя сразу пускать. Надо одну, потом какую-то паузу сделать небольшую. Потом только вторую. Так, ну, он первый должен вот этот вот съесть. А потом только мини. Давай. Ну почему меня ты забрал? Они, а та же впереди была меня. Я чувствую, блин, себя каким-нибудь в Боши. Игроком. Так же приходит, блин, Никли. То есть надо ударить его, а натравить на него, потом следующего сделать, натравить. И так далее. То есть не надо раз заранее. Сразу нельзя сделать 10 ястребов, а меня напустить. Они друг об друга просто умрут и все. Ну понял, теперь понял. Теперь все понятно, как убить, почему он не так не ударил его. Так, опять серебром, да, череп. Так, стоп. Сейчас, во-первых, заходим в Б. Делаем полную себе. Полное сердце ярости. Отлично. Ах, ну и что, давайте, поехали. Я готов. Все, теперь все тонкости известны. Поехали. Ну что он не идет? Что он меня атакует? Вот же пропрыгал прям. А, только он когда по левой идет, вот по левой еще пойдет, а что-то хапает. То есть он верхний вот этот не хапает, что ли. Странно, он хапает. Ну все, как только я понял, сразу давайте никого не капать. Вот, ломает меня полностью. Ладно, все, последний фрай. Два фрай на сегодня. Вот эта шняга вот идет, думаю, так подозрительно прям на меня. А, все, повернулся. Так, давайте фиолетом. Угу. Так. Иду, да. Так, бьем его. Ты тратишь свою дух. Отлично вообще зашла. Давай еще разок. Еще разок, успей. Отлично, вообще просто шикардос. Изумрудом давайте попробуем пробить его. А серо. Видео. Ага, нет, опять серебро. Так, давайте 32. Бьем на серебро. И еще раз. Что-то там земля трясется. Давай. Хлоп. Да, смотрите, прям вообще тащим. Он долго так трёт. Можно было, наверное, еще раз успеть ударить. Сейчас затащим. Сейчас точно затащим, прям чувствую. Last try. Последний. Так. Так, синька. Синьки нету, значит, чем бьем? Опять пурпуром. Так, бьем пурпуром. Ага. Ну давайте еще разок. По два раза будет. Два раза, если нечем бить, то два раза бьем. Отлично зашло. Ну, по идее еще достаточно меня, достаточно всякой вот фигни. Еще есть чутка золота.
Давай, давай, давай. Тащим, тащим. Давайте еще с двойным уроном сейчас еще по кому-нибудь. Вот, синего у меня нет. Сейчас. Ладно. С двойного урона обойдемся. Ага, красно, блин, там пурпуром можно будет потом ударить. Это уже потом. Давай, хлоп, все, остался у него только последний, это. Так ты-то откуда тут взялся? Нет, ну нет же. Ай, просто отойдем, просто бухнемся. Бухнемся, у него жизни останется столько же. Стоп, а можно же засейвиться. Гуфятки. Так, давайте. Так, в общем, дайте перерыв 10 минут. Я уже не могу. У меня уже все это. Так. Так, 100%, 47. Тащим-то, тащим, да все никак. Все, перерыв 5 минут. А, у меня уже все. Я уже весь взмок. В жизни мне вообще чуть кажа осталось. Только бумаг хватило, только бумаг
Ну что, я готов. Я готов рвать и метать, а что делать? Давайте, поехали. Так, что у нас тут за мет? Надо. Блин. Ладно, стерпим. Ну какой, блин? Так, ладно. Пофиг. Пофиг. Ну какой спаун? Их уже мало осталось. Их уже, блин, на сколько человек? Ну, половина. Половина меньше, чем в начале. А, блин, спаун просто адский. Блин, и он... А в этом он сразу туда спавнил, сразу, так что он смог съесть одного, и я его даже не смогу за это наказать. Он съел без моего спроса. Сейчас еще вот сюда кто-нибудь зайдет опять. Все, ушел. Давай, ешь. Так, давайте попробуем его. Сейчас посмотрим. Чем мы будем бить? Так, кого у нас много осталось? Давайте сначала начнем с серебра. Или с изумруда. Да. Очень много осталось, очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, ну вот еще просто вообще много. Вопрос в том, хватит ли у нас маны и все, а вопрос в том, не стоит вопрос, хватит ли у нас вот этих мелких чуваков. А прикиньте его бить с обычным оружием, с которым мне предложили вначале бить без гончей. Это же вообще пипец. Это вообще не знаю как. Чего они там курили, когда предлагали бить его с обычного оружия? Так. Золото, давайте золото. Зафармим один раз. Один раз с золотом по нему бьем. И с золотом сейчас должно вообще офигенно войти. Изумрудом. Блин, неплохо так вошло, я смотрю. Может, еще раз успеем? Ну! Не успел! Фейл. Серебром теперь бьет. Ну, по идее, тот не должно, то не должно исчезнуть. Та зелень. Так что спокойно рисуем еще один полный треугольник. И бьем его. Исчез. Да, исчез, похоже, исчезла. Та зеленка. А жаль. Ну давай, еще все, жизни почти не осталось. Ну, хлысь! Есть же, ну смотрите, всего два удара ему осталось. Два удара. Это не хватит. Блин, ты раньше игру проходил-то? А голос света нет, я проходил оригинал. Оригинал проходил, а голос света нет. А, кстати, вот смотрите, зеленые мои эти возвращаются. Блин, у меня света, правда, вообще жесть. Пурпур еще остался, пурпур. Ну еще та зеленая штука у меня летает. Гончие. Я, в принципе, его побежу, но я как даже мне... Ну, я помню, там тоже на нем сидел, но, блин, что-то мне казалось это как-то легче. Просто, наверное, там дофига цвет, поэтому пофигу. Я тоже пришел, наверное, пришел, скорее всего, сюда. А, я, наверное, пошел по другому пути, да, я пошел не через Уту, а пошел, наоборот, справа в оригинале. Все зачистил и уже пришел сюда, у меня были все заклинания, маны было сколько хочешь. То есть я просто его, ну, перемасил маны и все. Без проблем. Ну хотя никак без проблем. Проблем я пока понял, как его бить, все такое. Но потом, когда все понял уже, то без проблем. Бах. И еще чем. Давайте. А кого мне сейчас осталось? Много еще изумруда осталось. Ну немного, но так пойдет.
Блин, а может и не хватит, ребят. Это мне как-то уже сыкотно. Ну-ка. Ну должно ж хватить. Ну должно. Ты хоть пурпуром залился перед боем? Да. Два удара, два удара, наглима. Пурпуром-то я залился, но только ему залился, 100% ярость. А без этого вообще никак. Так, что у меня осталось? 2 сирени, 8 лазури, 5 янтаря. 13 пурпур и 36 серебра. То есть, по сути, на один удар мне ему осталось. Ну и жизнь у меня так вот, визуально на один удар. Давайте, давайте. 32, давайте. Давай. Хлоп. Ну! Прикиньте, выживет. Ты дыщ! Да нет же, не выжил! Хлоп! Стой, стой! А эти откуда появились? Стоп, давайте собирать. А, они все, меня сейчас войну встали. Так, давайте сирень. Сирень сразу перекинем. Если сейчас у меня сирень вольется, то я ее не смогу никуда деть. Так, вдохновение. Сюда, сюда. Так, назад. Так, скорость мне пофиг, в принципе. Ну, давайте вот так вот и сделаем, и там посмотрим. Да, давай, давай, давай. Что-то не густо мне вообще с него дали. Вообще не густо. А вот еще что-то летит. Давай, лети ко мне. Чуть-чуть серебра, чуть-чуть косинки. И все. И все, что мне дали. Пипец. И ради этого я тут столько мудачился. Иди в этого босяцкого. Нет, нельзя выйти. Это голос цвета, я не могу его. В том-то и дело, что нас прижали. Мне оставалось всего 5 ударов. 5 тактов. 5 тактов, и мне пишет гейм-овер. Ну никак, не гейм-овер. Мне пишет, что я... Этот чувак, который из клетки стоит, пишет, что я провалил миссию. Что я, короче, не отчил. И объявляет мне по КД-бой. То есть сразу начинает биться. То есть мне надо биться с братом тогда. Что тоже как-то не очень хочется. Вот, и... В результате, в общем, надо убить было вот именно с этим. В том-то была и вся проблема. Ну что, давай теперь думать, что делать. Прикинем, что у нас осталось в результате. Так. Пурпур. Ну, пурпур нам, в принципе, наверное, пока особо не нужен. Хотя... Ну, пурпур всегда хорош. 100 пурпур надо, наверное, почти всегда иметь. Так что мы его давайте зальем, допустим, на полтинник. Да. Хотя бы 73 оставим. Так, это что у нас? Это у нас серебро. Серебро, в принципе, оно нам особо не нужно. Правда, потом окажется, что оно нам очень нужно, но это потом.